baza proiectului pilot, care se desfășoară în municipiul sectorul Dacia, pentru neadmiterea cazurilor de hipotermie a persoanelor fără loc permanent de trai, au fost condus la Inspectoratul de Poliție două persoane pentru identificare și după vor fi amplasați la centru de plasament temporal de pe strada Chievului. Sunt șeful statului major al trupelor de carabinieri a unității militare 10.03, locotenent colonel Axănoi Igor. Гуцан, да, профессор. Гуцан Сергей Анатолий, да? А Гумезов, кто же? Сейчас Василий Георгий. Василий, Вася. На, распишись. Вот здесь. Давай. Здравствуйте. К вам. Мы поняли. Кооператив, два их фамилии, документов нету, фамилии они знают, да, свои. Сотрудники инспектората полиции Белц совместно с карабинерами военной части 10.03, дислоцированной в муниципе Белц, продолжают сотрудничество по патрулированию улиц микрорайона Дачи. С начала совместных действий было осуществлено 64 патрулирования, вовлечены 216 сотрудников. Было совершено 13 выездов и составлено 35 протоколов по факту употребления спиртных напитков в общественных местах и за мелкое хулиганство. Пресс-секретарь инспектората полиции Белц